Очередные награды привезли каратисты Карачаево-Черкесии из соревнований в Сочи. Там прошел Кубок Кавказа, в котором приняли участие спортсмены 12 лет и старше. На одной из тренировок с призерами чемпионата побывала и наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джанкязова. Соревнования собрали более 800 участников из 23 регионов страны. Карачаево-Черкесию представили воспитанники школы карате микрорайона Московский. В их копилке золотые, серебряные и бронзовые медали. Наши ребята, скажем так, выступили, конечно, не так, как мы хотели, но очень неплохо. Среди этих 800 с лишним человек у нас две золотых медали. Одно серебро. Девочка у нас была единственная, которая с нами поехала. Она вот в финале чуть-чуть не хватило ей выиграть. Она заняла второе место. И у нас 5 третьих мест. 5 бронзовых медалей. Данные соревнования стали хорошей проверкой спортивной формы, физического и психоэмоционального состояния спортсменов перед первенством России. Мы пытаемся научить их тому, чему в свое время нас учил наш тренер, наш наставник. Пытаемся растить чемпионов. У нас нету такого, чтобы ставить на кого-то хорошие планы, а кого-то там закрывать глаза. Мы ставим на всех большие планы, пытаемся растить из всех имеющихся спортсменов чемпионов. Эти ребята занимаются карате не первый год и достойно представляют нашу республику на чемпионатах различного уровня. Так произошло и на чемпионате в Сочи. В упорной борьбе в своих весовых категориях не было равных Ахмату Алиеву и Азамату Айбазову. Соревнования проходились на большом уровне. Было много участников. Нашел новых друзей. Первый поединок был против спортсмена из Крыма. Второй поединок против спортсмена из Красноярского края. Третий против сочинца. И четвертый против Дагестана. Бой был напряженный. Первый раз с ним встречался в новой весовой категории для меня. И, ну, как бы, получилось весьма напряженный бой. И мне удалось победить его. Большая заслуга в столь хороших результатах и отличной подготовке каратистов принадлежит не только тренерам, но и тем, благодаря кому стало возможным участие юных спортсменов на чемпионате Кубок Кавказа. Эта поездка абсолютно всецело заслуга Министерства спорта Карачаево-Черкесии Рашида Узденова, который в начале года мы с ним встречались, разговаривали, он обещал нас поддержать. Это уже вторые соревнования, которые спонсирует Минспорта. Скажем так, мы повезли около 20 человек, это немалые средства. В течение месяца юных каратистов ждут новые соревнования. Один отборочный турнир к первенству страны среди молодежи возрастной категории 14-20 лет и первенство России среди юношей 10-13 лет. Пожелаем нашим спортсменам успеха и отличных результатов. Мурат Джанкязов, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.